Всем привет! Это третья часть нашего путешествия на мыс Канин-Нос. 96 километров, наполненные и горестями, и радостями. И что я вам все рассказываю? Смотрите сами, будет классно. Не забудьте написать комментарий, что вам понравилось, а что нет. Утро доброе, народ. Ну что, отлив начинается. А вода вон до сюда доходила. Так что сейчас попрем. Ребят, Дэнни проснулся, мы тоже. У нас будет комплекс утренних мероприятий, направленных на улучшение физического состояния организма, духа и всего прочего. Скорее всего, Дэнни сейчас кого-нибудь найдет и что там таить, мы позавтракаем. Ох, ребята, ветерок-то поднимается, отлив начался. Вон вода ушла опять. Рыбы у мужиков нету. Жалуются, нету, говорят, рыбы. Нагон очень сильный. Рыба вся на глубине уходит. Да заправляем. Все. Эти тормоза. И все. Вперед. Пляжи открылись. Ого-го. Сейчас по пляжам. Собрали мусор. Лагерь упаковатый. Пора в дорогу. Сегодня цель Шойна. Шойна, жди нас. Мы к тебе едем. Да. Мы прём, а не едем, прём, летим, мчимся. Др-др-др-др-др-др-др. Ну вот, ребят, за ночь у меня скушало где-то 50 ампер часов холодильника Вибаста. Сейчас у меня идет зарядка 49 ампер, смотрите, поддаю газку. 92 ампера дает генератор, и полностью заряженный аккумулятор у меня будет через 30 минут. А, через 30 минут. Сейчас он досчитает еще. 1,2 киловатта сейчас идет зарядки. Вот прелесть аккумуляторов LiFePO. Заведя его даже просто сейчас на полчаса, дав чуть-чуть оборотов, я за полчаса полностью опять заряжу аккумулятор и могу никуда не двигаться, не ехать и не тратить драгоценное в экспедициях топливо. Ссылочка у нас есть на сайте в разделе «Партнеры», где можно приобрести такие аккумуляторы. Аккумулятор 80 ампер вам будет вот так вот, предостаточно. Причем и на запуск при наличии суперконденсатора. Радиационный фон 0,9 миллизиверта. А, значит, по болотам шли было 0,06. Сейчас 0,09 вышли к морю. Ну а дальше посмотрим, что там будет. Ох, ребята, знать бы, где упадешь. Столько бы соломы настелили. В планах была Шойна, но как она получится, по крайней мере, вы еще этого не знаете, поэтому смотрите внимательно. В общем-то, сегодняшнее кино будет про то, как мы ехали до Шойны или не доехали. 40 километров до выхода на это самое, на болото. 40 километров до болота. Thank you.
полной тапки. На четвертый на полный газ идут, на пятый не тянут. А у меня получается, я встал на пятую в полгаза и иду их всех обгоняю. Ребята, аккуратно диски, бэдлоки, смотрите, об камни не ударяйте. Я тут в этот залез, в ягельник. Приятнее, веселее, да? Веселее. Едется приятнее. Это штурман за картами, да? Да. Или в WhatsApp. Ой-ой-ой-ой-ой. А так у вас это до потолка мало места? Наоборот, еще много. Еще много, да? Это только во время движения. Понятно. Ну что? Чайку? Нет. Здесь вот такой хаос и собака. Дыни. Дыни, где ты? Покажи себя. А, не могу. Песок летит. Песок летит, да. И не закрыться, да. Я закрываюсь, мне холодно. Я печку включил. Это ж тебе хорошо. Я печку включил, елки-палки. У меня тут сауна просто. Жесть. Ну что, Мишаня, как ты? Я весь в песке. А я закрылся, мне холодно, я печку включил, еду. Везет тебе. Она уже жарко. Вот. Смотри, видишь, все в песке, ручка в песке, видишь? А, не, у меня такого нету. Слушай, а это потому, что у меня сзади бутылка в двери. Не, у меня нет такого. Наверное, потому, что у тебя тягач хороший. Да, у меня просто, ребят, тягач так хороший. Шерп Макс вообще решает. Сейчас мы кофеечку сделаем, здорово. Ты что? Опять в мизинь поедем закачивать колеса. Ты что делаешь? Гламурным воздухом. Да. Так, помним, да? В группе у нас разворот через левую сторону. Нет. Которую ты видишь. Да. Больше всего. Всегда через левую разворачиваешься. Вот. И прав тот, кто спереди. Потому что ты его видишь, он тебя нет. Ага.
Если видишь, машина в твою сторону пошла, то тебе твоя задача от нее уйти, потому что он тебя сзади не видит. Дим! Все, едем дальше. Из Мизень едем. Далеко хотите, до Канина? На Канин. Прогноз-то не знаете какой? Да, что-то не смотрели. Олег, что там с ветром грозят? Что с ветром грозят? Долго ли ветер-то вот стоять? Едем и едем, и едем, и едем, и едем, и едем. И все хуже и хуже становится. Я не сказала. Ругайся, не ругайся. Чего вы там делаете? Взлом тебе делаем. Зачем? Просто заглянуть хотели. Ну ты же видел, там Дэнник ругается сразу. Вот ругается уже, увидели. Ну что, Михаил, катимся и катимся? Не понятно. Чем дальше, тем страшнее. Жарко тебе? А мне холодно. Надо нам поделиться. Тебе немного жары, мне немного холода. Иди мне ведро жары принеси туда. Тащи чемодан с холодом. Сейчас обменяемся на нейтральной территории. Ой, хорошо. Хорошо-то как, собака. Мы встали для пополнения пресных запасов воды. О, ребята, чистим воду. Она здесь, говорят, чистая, но на всякий случай, как бы станция очистки забирает, очищает на 99,9%. Тяжелые металлы убирает, хлор, ну, все вредные соединения. Бактерии, кишечные палочки различные и прочее. В принципе, самое лучшее, что есть на рынке, ну из доступного, есть еще такие космических денег стоящие, но не думаю, что будет она лучше чистить. Надо вот эту дотюнить немножечко, чтобы она у нас автоматически с насоса работала, чтобы на вездеходе подъехал, провод кинул, сюда врезать насосик и все, и пусть сама накачивает. А так где-то она делает, да, литр за 2 минуты. Баклажку сделали, нам пока хватит на вечер, на сегодня точно, и завтра заправить термоса. Вот как я уже говорил, очень удобные канистры, и они нам пригождаются. Сейчас промоем фильтра все в обратку. Имейте на вооружении такую штуковину, очень пригодится, чтобы не возить много воды с собой в запасе. В принципе, я с пруда, с деревни пил такую воду. И что, нормально было. Не помер. Валентин нам подсказал, рассказал, как проехать. Поедем мы дальше. Ценную информацию выдал. Спасибо, счастливо. Ждет нас интересная, увлекательная дорожка.
уже поговорил. Сейчас ребята тоже все поговорят. Что, работает связь? Вот, пообщаются с домом и поедем дальше. Ребята, экспедиция на грани срыва. Первая поломка. Покажите ему, пожалуйста. Ой-ой-ой, как же мы без фары-то теперь гремит, поедем? Гремит, что ли? Открутилось. Гайку нашел? Нашел. Ну что, это хорошо. Гайка будет. Ну, болты, нельзя их терять. Потому что у тебя супертикач. Да, у меня супертикач. Все, ребята, завершилось наше... Обеденный перекур. Обеденный перекур, да. Да, переед. Вот. Поедем мы, будем двигаться дальше сейчас. Не, западло делаю. Засранец. Что вы там над моей лошадью? Западло делаю тебе. Систему подкачки открыл. Красноармеец сидит, это самое, на Красной площади и гадит, короче. К нему патруль подходит. Боец, ты что творишь? Тихо, тихо, тихо. Командира с должности снимаю. Ребят, течение какое, по-русски делаю. Прям вообще жесть. Кстати, много людей погибло вот на этой няше, да? Когда вот эти ловушки глиняные есть, проваливалось в отлив. И не могли выбраться, и в прилив тонули. Просто нам представляете? Там по пояс бахнулся в глину эту. Ну? Ну как? Работает переговорочная? Позвонила, нормально все? Да. Ну, две копейки. Гони две копейки. Где-то у меня там тряслись. Советские. Все, ребят, позвонили, переплыли весь. Все отлично.
ребятки, идем до Чижи. У нас до Чижи будет, ну, думаю, где-то полтосик, не меньше. 2-3 речки. По прямой 46 километров, но так будет где-нибудь в районе 60, ну, 55. Олег, ваш выход. Чему это? Герасим Васильевич у нас ведущий. Так, ребята, прошли Несь, и бака нет. Где-то еще километров 10, наверное, прошли. Встали на дозаправку. О-о-о, заправляемся. Забрали у меня с канистры в бак, с бака Мишки в бак. Перелили. Сейчас заберем у Мишки из канистры и зальем мне в бак. Такая у нас простая комбинация. Арифметика такая у нас, тригонометрическая. Нашей системой заправки было заправлено теперь 3 вездехода уже. Олег сказал, что он расходует мало топлива, ему не надо заправляться. Сейчас посмотрим, сколько он протянет. Вот засек у нас 120 километр пути. Там посмотрим. Через час самая большая вода будет. По технической причине. Что такое? Похоже, у меня цепь навернулась. Олег, это та самая модная и дорогая цепь? А что такое? Не едет? А, короткая? Надо цеплять тебя. Миш, надо Олега цеплять и вытаскивать на сухое. Короткая цепь хлопнула у него. Экспериментальная. Ребят, Олег заказал себе мандипуперные какие-то цепи, волшебные, которые не надо мазать. Тарам-барам. Короче, стоят как километр СКФ обычного. Но... Как видите, на 120 километров, чуть больше, на 120, на 130 хватило их без смазки, и они умерли. А я даже не мазал ни разу еще, потому что это Шерп Макс. Лучше тягач. Лучше тягач, да. Оп, 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 подожди.
Не, у него она подклинила, походу, там цепочка. Покажи виновницу торжества. Вот она, да? Вон она. Едем, ребят, на высокий берег. Выяснилось, ребят, то, что все экспериментальные цепи надо будет менять. А их стоит две передних еще. Они все вытянулись и все не годятся. Вынужденно меняем цепи экспериментальные наши. Ну и вот встретили местных ребят, кто с Неси, кто с Каменки, да. Вот ребята охотятся, приехали поохотятся. Ну, рыбаки, естественно, здесь на севере по-другому нельзя охотиться, и охота, и рыбалка. Еще они вездеходчики шпарят круглый год, говорят. Мама, привет. Да, выдали ребятам наклейки, которые сразу дают 10% экономичности топлива, плюс 10% к мощности двигателя. И даже передний привод появляется у тех, у кого нету переднего привода. В общем, стоим, болтаем, знакомимся. Скоро поедем. Сегодня выезд у нас ранний, в 4 утра. Да, мы раньше обеда ни разу не выезжали еще. Вот так, ребята, у меня тоже доля нелегкая. Варю воду, весь вечер варю все вот эти термоса, чтобы заполнить. Варим, варим. Главное, наша турбопечь работает вовсю. Да, варится. О, все сварилось. И еще и светить можно. Главное, что ей ветер путь. На севере есть не только хорошие люди, но есть еще и люди-долгожители. Посмотрите, пограничники просто заставили человека жить, сколько там еще? Ну, еще веков 10. Вот так вот. Сказали, пока не шоркаешь пропуск вот этого 20 189 года. Вот это самое, никуда ты относить не хотел. А потом мы тебе еще один выпишем. Вот так вот. Вот такие чудеса бывают. Фух, ребят, все. Улеглись. Через 4 часа подъем. Мы не сильно торопимся, потому что мы все-таки поехали отдыхать. Торопимся, в принципе, по одной причине, чтобы успеть довести фрукты до Ушуины. Те, которые быстро портятся. У нас там есть персики. Блин, сегодня один арбуз лопнул. Это, конечно, жопе. Мишеньки он об карабин ударился и лопнул. Вроде на большой земле, да, что такое арбуз? 300 рублей арбуз. А тут это арбуз. О, блин. Попытаемся довести все-таки большую часть. Ну, а так будем сами кушать сейчас фруктовые салаты. Сегодня у нас такая вынужденная остановка. В силу того, что у Олега стояли цепи, как я их назвал, макаронными, для пищевой промышленности, которые не надо мазать какими-то смазками. Короче, цепи эти не выдержали. Центральная цепь лопнула через 120 километров пути. И это плохо. Ну и в силу того, что у него еще две таких цепи было, передние установлены, пришлось их тоже заменить превентивно, потому что, ну, в конце-то концов они тоже лопнут. И не хочется, чтобы это произошло где-то в интересном месте. Поэтому надо использовать цепи, рекомендованные производителем. Либо ставить масляную ванну у Жука в гараже, либо покупать Sharp Max, у которого уже стоит масляная ванна. Я вон ничего не мажу, еду. Пока все хорошо. В общем, как-то так. Подъем через 4 часа, малая вода будет, отлив, и мы попытаемся проехать до озера, где встанем на рыбалку, наверное, сделаем баню,
А мы ж все-таки не превознемогать сюда едем. Отдыхать. В первую очередь. Поэтому надо будет денек отдохнуть, постоять. Холодильники работают исправно, отопитель работает исправно, все хорошо. Все системы в норме. По крайней мере, на наших машинах все работает, как задумано, штатно. Да, ребята, если вы собираетесь в экспедицию, ну, вообще в какой-то поход, да, там, длительный, чтобы для вас не было расстройством, испытайте все ваши нововведения и новшества дома еще. Постарайтесь это сделать. Сделать это там, где это исправить гораздо легче. Я вот баню новую взял когда, я ее два раза испытал. Для того, чтобы здесь не было никаких неожиданностей. Это касается и газовых плиток, и бань, и цепей новых, и да, вообще всего. Даже водяной фильтр я попробовал. Набрал из пруда деревенского, попил воду. Работает, чистит. Ну, по крайней мере, у меня не было там недельного жидкого стула. Все, ребят, давайте до завтра или до сегодня. В общем, надо отдыхать. Скоро подъем и новый путь. Новая дорога, новые километры. Всего хорошего. Пока. Вот так стремительно у нас закончился первый день. Но мы с вами не прощаемся. Смотрим дальше. Следующий день будет еще интересней. Доброе утро, ребят. Мужики вовсю охотятся на гуся. Гусь летит, со всех сторон налетает. 5 утра проспали, блин. Воды уже нету. Надо ехать. Вот соньки все, а. Гусей никто не стреляет. Всем привет. У нас утро. И утро у нас называется одним словом. Проспали. Проспали мы часа на 2 лишних. Вот поэтому у нас очень быстрые энергичные сборы. И представляете, какой-то подлец разукрасил вездеход. Ай-яй-яй-яй-яй. Да хоть красиво бы разукрасил. Криворукий какой-то. Даже не обезжирил поверхность. Да. Безобразие. О, у нас есть официальный дед. Дед же? Дед. Да. А еще у нас один арбуз лопнул. Сегодня мы будем есть арбуз. Потому что дальше он не доедет никуда. Вот, ребят, еще одна поломка. Ой. Фу! Шплинтик вывалился. Ох-ох-ох-ох-ох. Все, тебе тоже домой надо ехать. Какую тебе крышу хорошую сделали, да? Не то слово. Дорогая. Дорогущая. Дорогущая, да. Так, ну что ж, у нас сегодня в планах посетить Шивойно. Поехали! Мужики активно полетели. Здравствуй, Няша! Шаняша, Маганяша.
Теперь за тебя. Нырнула. Я Куликов послушал. Это Кулики? Да, ты что думал, гуси? Просто не знал, как эти птицы называются. Олег, мы на тебя Куликов загоняем, заряжай ружье. Давай, давай скорее. Они нас от... Вот такие ребята, кулики загонные. Поздравляю вас, господа. Вот она к чему нетерпячка-то приводит. Страшно? Нет. Или ты в Тетрис там играешь? Или приливы-отливы смотришь? Да, ребят, по самой высокой воде мы пошли. Ладно. Если бы мы встали, как планировали, и в 4 утра выехали, сейчас бы километров 5 от берега ехали по пляжу. Олег, что у тебя такое? Подогревается. А что дыма столько было? Дыма? Черный дым, что тебя повалил, как тепловоз. Давай. Или как арбузовоз КамАЗ. У тебя арбуза там нету? Ты знаешь, я думаю, блин, ну, наверное, он перегрел мотор, ему... Плохо стало. Плохо мотор. Стало совсем. И мысли уж такие. Сейчас будем перегружать вещи, брать его на веревку. Не волнуйся, без шлем. Пока, не... Пока все хорошо. Не волнуйся. Если что, просто бросим здесь. Просто бросим. Он вызовет, тут... он вызовет вертолет из Жуков. В Максе ну, места тогда я пойду много. И стану немного легче. Олег! Подписчики тебя разукрасили так, да? Вот ты настоящий фанат! Аккуратно здесь ров. Да, это великолепно. Че, Герд, ну там круто. Даже по карте видно, что там круто. Я говорю, у озера чуть дальше его можно перейти. Ну,
мелко, внизу няша. Газу даешь, получается, одна сторона цепляется за ил, а вторая с реактивным моментом начинает вас разворачивать в противоположную сторону. Вы рулите влево, а вас крутит вправо постоянно. Вот. Надо просто сбросить газ, вторую передачу, и вот он спокойненько тогда рулится, управляется вездеход. Все хорошо с ним. Как только, вот смотрите, я начну газовать, машина гораздо хуже начинает управляться. Поэтому где-то да можно спокойно это делать. Вот она потихонечку за ил цепляется и идет. Помогите!
любопытные, сами поплывут. Есть свежесть Ментос. Хотите? Хотим. Или это предохранитель? Не знаю, как воспользуешься. Доброе утро. О, новая порода тундровая. Чтобы маху маскироваться, мама чтобы. Спаниелька, папа неизвестный. Ну на так вот. Папа на Ринмарске, да? Заехали на пути стояло охотхозяйство. И вот познакомились. Здравствуйте. Вот такая вот северянка. Да. Угостили нас тушенкой из гуся. Тушенка из гусей, из местных. Да. Будем пробовать. Не дают нам поохотиться. Уже тушенка есть. Нет, ну при желании ты можешь в нее выстрелить. Как на гуся? Сейчас я. А мы вот вас тоже угостим. Вот вам вологодского мороженого. На север. Плохо не будет. Спасибо. Вам будет очень хорошо. Такого добра у вас здесь нет, наверное. Нет, я вологодское ела, сейчас недавно приезжала в Вологду и там кушала это. Вот, а тут само оно приехало. Да, спасибо большое. Угощайтесь. Поехали мы, ребят, рассказали нам место козырное. Поедем там, встанем, постоим чуть-чуть, перекусим.
молодцы, как уже суп готов почти, да? Из свежих грибов. О, а запах-то какой! Запах просто уже непередаваемый. Сероводородные ванны, кислородные. Лена гриб поймала шапкой. Вот, вот эти северные грибы шустрые, им тут тормозить нельзя, надо резко все делать. Я делал все, как ты меня учил. Газ до упора, руль на себя. Здесь стоим. Стройтесь мордами в море и будем развлекаться. Как вы гриб поймали? Шапкой? Почти. Вот, его надо шапкой накрывать, они здесь бегают. Северные-то. Сразу раз его, хоп, шапкой накрыл. И так, и все, они все еще и быстро надо шапку закрыть, заматывать. Миша. Не, послал он тебя, блядь. Это Верочка прям была вообще. У нас охотника, правда, ребят нету. А так бы добыли точно что-нибудь. У нас Олег ружье взял, два патрона взял. Он понадеялся на собаку, подкидывает, та за лапы гусей хватает. Да, ребята, здесь охота будет весной, бомба. Идет 40 минут уже, как мы разогреваем супчик гороховый. Олег сделал супчик, предусмотрительно его заморозил. Кому супа не горячего? Прохладно. Прохладно. Погрызть. Никто не хочет супчика. Большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. Вы подписались на канал, а также поставили лайк и нажали колокольчик. И если же наши видео подтолкнули вас на приобретение вездехода Шерп, и вы хотите быть в нашей команде, то при заказе вездехода скажите, что вы с канала Герасим Шерп, или свяжитесь с нами. Контакты есть на сайте gerasimsherp.ru. И вы никогда не останетесь одни. В команде Герасим Шерп мы все на одной волне. Все идем туда, где волки срать боятся. Всего вам наилучшего. А наши приключения продолжаются. Ждите следующую серию, она будет еще жарче.